У нас еще одно включение экшен и трэш сегодня обеспечен. К нам пришла наша Кенди. Это две самые подвижные подружки Татоши и самые молоденькие. Ну, Татоша, берегись, сейчас из тебя вымотают всю твою лохматую шерсть. Вот они, вот оно, они пока осваиваются. Мы пока настраиваемся на то, чтобы их снимать. Ну все, сейчас начнется. Сейчас представление начнется. Начнется представление. Раз, и в коридор, и в тоннельчик, и в тоннельчик. Ой, не могу. Ай, красавица. Ну вы сегодня зададите, зададите жару. Если не Татоши, то по крайней мере всем нам. Кусашки-целовашки. Кусашки-целовашки. Ой, как хорошо, что Кенди выздоровела у нас. Мы так рады. Так рады. Вот. Так. Ну, у папы сегодня, чувствую, будет много работы. Много. Девчонки, с вами не состаришься. Не дадите. Подожди, Кенди. Подожди. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот маме-то будет радость вашей и дочке. Ой, это я обращаюсь к хозяину Кенди. Вот, там уже в партере, лежит кто-то в партере Челси. И Татоша присоединился. Третий в этой связке, третий не лишний. Он еле успевает за ними, тряхнуть стариной. Они играют, Татоша, не гавкой. А он все думает, что девчонки ругаются, да? Он их разнимает. Это Татоша такая борьба. Борьба такая. Не только мальчики борются, но и девочки борются. За твое внимание борются. Ну, забава сегодня. Ну, Татоша. Ой, как хорошо, что утром в Москве прошел дождик. Здесь у нас вот водопой организовался. Поэтому в случае, если уж совсем, как говорится, имидж настигнет жажду, то можно и хлебнуть немножко с клумбы, с лужевой клумбы. Привет, давай-ка крупный план. Ну-ка, что ты скажешь своей маме? Как ты себя чувствуешь? Скажи, мама, я чувствую себя превосходно. Тут такие подружки. Такой дружок. Вот. Кенди в домике. А, все. Домик открылся. Кенди вышла. И началось. И продолжение. Ой, представление продолжается. Скорей. Чтоб не упустить самые интересные моменты. Вот. Заодно мы дадим рекламу питомцам в Москве. Смотрите, что здесь творится. Какие здесь чудесные собачки. Какие собачки чудесные. Давай. Ну, давай. Давай крупным планом. Давай поцелуй твоей маме передадим. Ну все. Ой, не могу. Вот так вот. Ролик, наверное, у нас затянется, но ничего страшного. Такие ролики можно смотреть вечно. Челси, когда пасть открывает, одна мне из маски напоминает собачку. Как, не помню, там, не знаю, тоже, наверное, Джек Рассел был, нет? Такая же улыбка. Так, мы не подслушиваем, мы снимаем. Мы снимаем. Мы не мешаем. Так, тут идет борьба. Так, Татоша, ты все уже свое отбегал? Ну, папа еще немножко поснимает. Да тоже возьмет тайм-аут на съемки. На съемки тайм-аут возьмет. Все, на съемки. Все, еще чуть-чуть. Еще немножко. И все. Еще крупный план. Совсем крупный план. Вот какая улыбка у Челси. И вон какое у нее пузо. Вон она прямо чуть ли не и играет, и загорает одновременно. Вот так вот. Ну ладно. На этой позитивной ноте оставим наших красавиц на площадке. Пусть бегают, получают удовольствие от жизни.
Всем хорошего настроения и хорошего выходного. Пока.